Голдскул! Стоп, два голдскула, один на рынке, второй в инвентаре. Обалдеть, я, конечно, много ожидал, но такого я точно не ожидал. Чего-чего, вы просто взгляните на это. Долбанный миллионер, керамбит голд! Я не понимаю, а почему он даже не применил свой керамбит голд? И навыки ТХ целых три дорогих наклейки. Он просто купил скины, которые стоят по 100 голды, и он их даже не применяет. Он какой-то ненормальный. Отвечаю, он псих. Блин, да это самый дорогой аккаунт, который я вообще видел в своей жизни. Это даже у трейдеров аккаунта дешевле, чем... Опа-па! А я нахожусь не на своем аккаунте. А знаете, в чем причина? А причина в том, что я прямо сегодня снимаю самое крутое и нереальное видео под названием «Зашел на аккаунт начинающего ютубера, среднего ютубера и популярного ютубера». Потом, братва, прямо в эту секунду прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой канал. Ну а мы стартуем! Братишечка, как тебе этот хэллоуинский пак? Хочешь получить совершенно бесплатно, а быстрее, прямо в эту секунду? Первое, прожми лайк и подпишись на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий и твой ID. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца без единой перемотки. И тогда этот хэллоуинский пак будет твоим. Ну что же, а мы переходим на аккаунт начинающего ютубера. Добрый вечер, я диспетчер, не нужен ли вам... Это пока на вечер. Братва, знакомьтесь, это аккаунт начинающего ютубера, у него 2 подписчика. СТКИЛ. Ха! Ну ладно, шучу. У него 300к подписчиков, серьезный типуля. И погнали-ка мы прямо сейчас посмотрим, что же у него по стате. Элита! Дядь, ну хэштег непогано, по-любому буст покупал, признавайся, у кого покупал. В союзниках чемпион, о-го-го. А что у нас в общей статье? 1.67, и вы посмотрите на общее время в игре. 5800 часов, я грибали бабу. Дядь, ну это хэштег непоганенько. Что же у нас в истории матчей? Вы посмотрите, он ежедневно практически играет в ММ или в союзники. Обалдеть. Начинающие ютуберы, они такие смешные, потому что они такие ютуберы, как я, тик-так и так далее, мы, ну реально, крайне редко играем в союзники. Что же у нас по клану? Свой личный клан под названием СТКИЛ. Только тут почему-то одна L, а в названии клана две буквы L. Блин, и какой вариант теперь правильный? Я даже не знаю. Заявочки в друзья, но тут, ребята, все по дефолтику. И давайте посмотрим личное сообщение, что же ему пишут. СТКИЛ, я твой преданный фан. Я бы хотел попасть в какой-то ролик. Братан, ты попал! Правда, не в ролик из текила. Я пишу всем ютуберам и прошу 30 голды. Бро, давай на продвижение твоего канала я задоню 100 голды. Проверь сам, если хочешь. Ого, ничего себе, у него щедрые подписчики. Обычно подписчики у всех просят голду, а тут подписчики сами предлагают. Обалдеть. Ну что, ребята, переходим в его инвентарь. Что я вижу? Что вижу? Я вижу слишком много фуриоз боксиков. Братан. Надеюсь, ты не обидишься. Я один открою, брат! Ну, пожи, пожи, не обессудь. Мама дорогая, что она выпала? Блин, надеюсь, он не посмотрит это видео, мне как неловко стало. Потому что это же удаленные боксики. Дальше у нас есть скорпион боксики и райвел боксики. Слушай, брат, а зачем тебе они все? Ё-моё, зачем тебе так много боксов? Это же бесполезная ерунда. Блин, самое неловкое, у него был всего лишь один фуриус бокс. Я его открыл, брат, извини. Так, давайте смотрим, что у него дальше. О, перчаток! Это начинающие ютуберы так живут! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 пар перчаток. Она же есть сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Керамбит голд! Чего? Вот это люди живут! Не, ну посмотрите, не, ну это нормально по-вашему, мультипакер голд! Ё-моё, мама дорогая! Вы посмотрите на его наклейки, да это же нереально дорогой аккаунт. А в ВМ Генезис с 4 самураями, что же может быть лучше? Лучше этого может быть только одно. Это! А в МТХ. Ну, например, как у меня в инвентаре. Так, смотрим дальше. М4 самурая, обратно с 4 самураями. Дядь, ты че, в сосну ехал? Как же много у него разных фамасов, обалдеть! А КРТХ, 100 треки, еще с крутыми наклеечками, 3600 килов. И у него еще есть навык ТХ, оказывается. Обалдеть, да это один из самых богатых. Да, такие туберы, которых я знаю. Посмотрите, у типа 2 Desert Eagle Якудзы. А КРТХ, шилды, 4 шилда. Какой 4 шилда, брат? Я еще разработчикам нажалуюсь, кто-то получит бан, а? Дорогулечка, ты моя. Обалдеть, не встать. Вы просто посмотрите, ребята, это очень дорогой аккаунт, поверьте мне. Я вам потом скажу цену, вы просто обалдеете. А зачем у него так много легендарок с наклейками? Я вообще без понятия. Вы посмотрите, как много у него разных АКР-некромансеров с наклейками. Ого, дядь, ну ты жесткий.
Знаете, откуда у него все эти наклейки? Я в этом уверен. Он снимал видео, по-любому. Покупаю рарку с дорогими наклейками. И вот с того времени у него до сих пор остались все эти скины и все эти наклеечки. Дядь, ты банк ограбил или как? Скажи честно. Короче, ребята, только что я нашел самого богатого трейдера. Просто посмотрите, я у него спрашиваю, ты самый богатый трейдер? Он пишет, да. И я у него спрошу, а где ты поднял голду? Где ты поднял голду? И сейчас буду ждать ответ от него. Булдроп! А, точно, как же мог забыть, это булдроп. Тем более, на булдропе сейчас проходит топовый ивент. Битва против фараона, который вы можете бесплатно получить. Топовый дроп. Просто при помощи темной энергии бьешь фараона, получаешь дроп, все максимально изи. Но самое главное, и это не все. Прямо сейчас ты видишь промик, который ты можешь вести и на халяву получить бесплатный подарочек от нас с булдропом. Это все бесплатно. И стать таким же богатым, как этот трейдер. Поэтому, братишка, все нужные ссылочки есть в закрепе. Ну а мы идем дальше. Акаркарбон с арканами. И тут еще один Акаркарбон с арканами. Хлын наклейки. Обалдеть, у него наклеечки. G22 релик. Дядь, ты нереальный. Слушай, мне вот интересно, а у него есть FNFL Laser? Потому что, возможно, мы его пропустили. Внимательно смотрим. FNFL Laser, FNFL Laser. Анима FNFL Laser. Опять у него куча комонок с дорогими наклейками. Обалдеть, куча разных чармов дорогих. Вау, дядь, ты просто нереальный. Вы посмотрите, у него эти чармы лонг-раны. Обалдеть. Кстати, да, еще важный факт. Помимо того, что он ютубер, он еще и трейдер. То есть он закупает какие-либо скины, чтобы потом на них очень хорошо заработать. Ну а дальше у нас пошла куча разных наклеек. Ля, ты че, дядь? Да ты че, банк... Голдскул! Стоп. Два голдскула, один на рынке, второй в инвентаре. Обалдеть, я, конечно, много ожидал, но такого я точно не ожидал. Два голдскула, чел, да ты нереальный какой-то. Обалдеть, еще куча графти паков аркан. Короче, ребята, давайте так. Вы прямо сейчас, в моменте. Так, а что? А, еще есть запросы скины? У него еще есть скины в запросах на продажу? Ничего себе, дядь, ну ты мощный. Реально, ты мощный. Ну что, господа, как вы думаете, сколько же стоит весь этот аккаунт? Прямо сейчас нажимаем на паузу и пишем в комментариях, сколько стоит этот аккаунт. И теперь, братва, стоп, мы эти наклейки не видели? Хо-хо-хо. Так подождите, надо пересчитать. Я же все считаю, я же цены нет балды говорю. Монтажер, добавляй барабанную дроп. Вот так, типа, да-да-да-да-да. И, внимание, правильная цена. Стоимость этого аккаунта. Леди энд джентльменс, это 800 тысяч голды. И это долбанный начинающий ютубер. А что же будет дальше? А дальше будет еще интереснее, потому что мы переходим на аккаунт среднего ютубера. Погнали! Но вот это аккаунт среднего ютубера. Не прям ноунейм, но и не, ну и конечно же не Кента ПК. Это ютубер Рик. На секундочку, 2 400 000 подписчиков. Я грибу, али бабу. Ребята, вы посмотрите на дорогулечку нашу. Это аккаунт Рика. 2 400 000 подписчиков. Очень жесткий ютубер. И это средний ютубер. А кто же будет самый популярный, прикиньте. Ну че, давайте вначале посмотрим на его лучший ранг. Мастер. Ничего себе, он киберкотлета. А что по союзничкам у нас? Феникс. Ну, скажем так, конечно, не Кента ПК, но тоже хэштег непогано. И общее время в игре 10 500 часов в онлайне. Да вы гоните. Дядь, вы гоните? Давайте посмотрим историю матча. Ну, посмотрите, ну, нормально типа играет. Плюс один МР получил. Рик друг Абовина, вы посмотрите, с Сабовиным вместе играет, гоняет с Сабовиным, играет, прикиньте, пощены. Мама дорогая, это шо? Поэтому, ребята, это настоящий аккаунт Рика, вы там не думаете. Так, чекаем клан, Рик, наш братик. У него всего лишь 13 участников, дядь, а чё так мало-то, камон? Ля, ребята, чё-то реально очень-очень мало. Мне очень интересно посмотреть, что ему пишет личное сообщение. Пригласи, пригласи, пжи-пжи, я тута. Окей, оставь Хайзену место, пожалуйста. Хайзен накрашнул, сейчас зайдет. Вы посмотрите, ему подписчики абсолютно ничего не пишут. Ему в личное сообщение пишут участники его же клана. Ну что же, леди и джентльмены, а прямо сейчас мы приходим в инвентарь. Оу, май, это ты че, как много всего другого. Вы просто посмотрите на этот М40 монстр. Помимо того... А, стоп, у него 2 М40 монстра. Чего, чего? Это уже сходу 1200 голды. Да?
Обалдеть, ты жесткий. Окей, смотрим дальше. Перчатки, одна пара. А че так мало? Дальше нож бабочка глич. Блин, братан, а где все твои кирголды? Авики, ты хай и так далее. Ну ладно, может, мы видим это все дальше. Наклеечки, наклейки реально крутые. Акер Дрэгон Рик, братан. Не, мужики, я считаю, что Рика надо пригласить в прокачку инвентаря, потому что, ну, потому что как-то жалко молодого брата. Жалко, как-то дешевенький у него инвентарь. Так, листаем вниз, вниз, вниз. АВМ Спорт В2. Обалдеть, Рик, слушай, ну прям удивляешь. Прям удивляешь, посмотрите на эти наклеечки, братва. Кто бы присел на этот АВМ Спорт В2? Плюс комментарий. Обалдеть, вот это да. Не, слушай, скины, конечно, у тебя крутые. АХР-12 геометрик. А, да, пальчики оближе шляем, ба. Ерокс приглашает в лобби, вы посмотрите, мужики. Видимо, вот что за аккаунт, сам Ерокс приглашает в лобби. АКР Спорт Статрек с тремя арканами? Ого! Не, ну это реально жестко, это прям будет жестко. Наклейки пошли, сколько они стоят? Чего? По 585? Вау, слушайте, ну так-то у Рика нормальный наклеечек так-то, да? Братанчик, откуда тебе 5 шилдов, а? Что ты мне скажешь, свое оправдание, откуда у тебя 5 шилдов? Ай-яй-яй-яй-яй, Рик, есть к тебе парочка вопросиков. Так, ребята, дальше вижу очень много наклеечек Fire, которые очень дорогие, потому что каждая из них стоит по 324 голды. То есть это еще в моменте 1020 голды, как минимум. Вау, да, а сколько стоят вот эти вот наклеечки? Ну, это дешевка. Я, короче, у Рика перед записью спрашивал, говорю, братанчик, откуда у тебя все эти наклеечки? Мне говорит, кентуха, колдить тебя в ухо. Я же покупаю, каждый раз, когда выходит пас, покупаю себе пас на аккаунт. Так вот, мужики, это у Рика все спаса. Вам не показалось и не послышалось. Так, ну что, господа, листаем дальше. И что же мы видим? Дальше самые дефолтные наклеечки, граффити-паки. Ну, вот этот граффити-пак выглядит так, как будто он стоит голды 50. А, понял. 8 голды, окей. Ну что, господа, обратно же ставим видео на паузу и пишем в комментариях, как вы думаете, сколько стоит аккаунт Рика? Как вы думаете, а? Прямо сейчас поставили на паузу и напишите правильную цену. Ого, у него запрос на продажу, чек. Обалдеть, у него все запросы на продажу. У него даже есть Furious кейсы. Чего? Rival кейсы. Обалдеть. Да я не понимаю, почему все ютуберы что-то выставляют постоянно на продажу? Рик, да ты миллионер, посмотрите, как много у него Furious кейсов на рынке! Чего? Как много у него разных легендарок и аркан с удаленных коллекций тоже на рынке? Хана, ребята, я, кажись, немножко недооценил Рика, вы просто посмотрите. Обалдеть. Ну что же, аккаунт Рика, внимание, стоит... 400 тысяч голды! Ну а прямо сейчас мы переходим на аккаунт самого популярного ютубера. Леди и джентльмены! А прямо сейчас вы видите самый дорогой аккаунт. Это ТикТок! 4,5 миллиона подписчиков! Мама, не горюй! И вот тут-то, ребята, мой совет, придержите вашу челюху, потому что она отлетит. Тик-так уже зажрался, и он практически не играет в ММ и в союзники. Он отыграл, вот посмотрите, еле отыграл 14 каток, ранг Феникс получил. Хотя раньше у него был ранг Элита и Легенда. Но сейчас Тик-таку абсолютно все равно. Ну там можешь раз в году можешь сыграть, посмотрите. Уже скоро будет 6 сезон, у типа только 12 каток в союзниках. Но то, что вы видите, вы просто обалдеете. Так, ну что, почти переходим. Сегодня в клан Тик-така, киборги, легендарные киборги. Даже я когда-то был в киборгах. Ого-го. Давайте посмотрим, что же пишет личное сообщение. О, как же много людей приглашают в лобби, вы просто посмотрите. Я смотрю, его все обзывают грибом. Его все пишут, о, дружить, пыжи. Я смотрю твое видео, давай дуэль или нуб. Я смотрю все твои стримы, твой подписчик, привет, Тик-так, гриб. Тик-так, о, 1-1 голду. Короче, его абсолютно все вызывают на дуэль или просят у него голду. Но очень тяжело посчитать его личные сообщения, потому что его постоянно кто-то приглашает в лобби. Просто каждую секунду, посмотрите, вот тип приглашает в лобби, вот мы зашли. Ничего себе, тут типа лобби. Так, быстрее выходим, пока он не запустился. Ну что же, ну а прямо сейчас мы будем смотреть инвентарь Тик-така. Погнали. У меня даже все зависло, Обалдеть, мне стало плохо, подождите. Говорится, глоточек воды.
Так, ребята, что-то мне плоховатенько стало. Гифтбоксик, ну куда же без этого, драгулечка ты моя. Так, раз гифтбоксик, два гифтбоксик. Ну, неплохо, неплохо, определенно очень-таки неплохо. Я уже вижу у ТикТак, уже вот прямо сейчас то, что мы тут видим, это 1000, наверное, 70 голды. Два гифтбокса 50к и эти перчатки еще 20к. Обалдеть, вот это у него инвентарь. Тычки Хармони, чё? Так, мужики. Кто прямо сейчас посчитает, сколько у ТикТака ножей, тот получает лично от меня любой нож с инвентаря ТикТака и среди этих, что вы видите на экране. Любой нож убираете, любой будет ваш. Так, считаем, как же много ножей. Чего-чего, вы просто взгляните на это. Да ТикТак долбанный миллионер. Керамбит Голд! Я не понимаю, а почему он даже не применил свой керамбит Голд? ТикТак, ты чё? M9 Bayonet Frozen, имба! M9 Bayonet Dragon Glass! Ничего себе у него инвентарщик-то! Я просто в шоке! А КРТХ... И смотрите, он его тоже не применил, а что за ерунда? А что у него скины некие непримененные? Что за дичь? Как же много у него аркан. О, авик ТХ он применил! И навики ТХ целых 3! Дорогих наклейки! Фомас Фьюри... Ого, обалдеть, М4 Самурай, АКР Трежер Хантер, вау, просто у меня нету слов. Дезер Ил Якудза, я не понимаю, почему не применяет скины, дорогие. Он просто купил скины, которые стоят по 100 голды, и он их даже не применяет. Он какой-то ненормальный, отвечаю, он псих. Обалдеть, не встать. Блин, как же долго буду считать стоимость этого аккаунта. А ВМ Спорта 2, посмотрите. Ну кто, блин, клеит на ВМ Спорта 2 самые дешманские наклейки? ТикТак, ты чё, ненормальный? А ВМ Спорт V1 у него просто выше крыши. Ты это долбанный миллионер. Куча легендара, куча-куча всего. Вы просто чекните, ребята. Блин, у меня нет слов. И помимо всего этого, мы не обратили внимания на то, что у него 160к на счету, на палике. Обалдеть. Куча рара. Куча рара экстатреков. М40 грибы. Блин, ребята, просто взгляните на этот дорогущий инвентарь. Как же много у него комонок. Ну, комонки-то зачем ты покупал, братан? Куча Хэллоуин наклеек. Я отвечаю, он просто какой-то ненормальный. Ему лечиться надо. Блин, ох уж эти миллионеры. Ох уж эти богачи. Куча разных Хэллоуин наклеек. Куча-куча всего. Давайте мы ради интереса применим. Применим. Опа. Тысяча опыта. Главное, чтобы ТикТак это не видел. Братанчики, это все будет между нами. И давайте один парк кассик открою. Я тупо гений. А прикиньте, еще перчатки выбьем. Не, не фартануло, понятно все. Ну, делать, ну все, все, все. Ты это не видел, все, все. Я не Яха, это не моя. ТикТак это не видел. Чекаем запросы на продажу. Чего? Вы посмотрите. За 55к продает голды молодой. Дед, ты чё, ненормальный, какие 55к? M9 Bayonet Universe продает за 66 косарей. Обалдеть, да, конечно. Продает кучу перчаток. У него есть Хэллоуин стикер паки. Чего? Хана, он жесткий, вы посмотрите. У него, оказывается, еще есть куча Хэллоуин стикер паков, который он тоже продает. Не, ТикТак, ты просто ненормальный. Не, ну это нормально, это еще Харби, Кирголд, Авик ТХ, ВМ Спорт, В2. Куча дорогих аркан, наклейки, АКР ТХ, статрек. Блин, да это самый дорогой аккаунт, который я вообще видел в своей жизни. Это даже у трейдера аккаунты дешевле, чем у этого, блин, богатого ТикТака. Обратите внимание на его наклеечки. Наклейки тут просто мама не горюй. Обалдеть, дядь, ты реально очень жесткий. Ну а прямо сейчас мы видим любимые скины ТикТака. Ха-ха-ха-ха, рыбы, я. Ну что, ладно, джентльмены. Так все, сделали серьезное лицо. Поставили видео на паузу и написали. Как вы думаете, сколько стоит аккаунт этого вонючего пинча? А? Внимание. Правильный ответ, барабанная дробь, неправильный ответ, 1 600 000 голды! Да, мужики, я потратил очень много времени, чтобы посчитать стоимость аккаунта ТикТака. 1 600 000, просто прикиньте, блин, прям очень дорого. Ну что же, ребятки, в принципе, это все. Обязательно прожмите лайкосик, если понравилось это видео, подпишитесь на мой YouTube канал. И самое главное, ребятки, подпишитесь на мой телеграмчик, я вам с аккаунта ТикТака подарю какой-то ножичек. Просто подписка на мой ТГ. Ссылочки есть где? Конечно же, есть в описании. Перешли, подписались. Все, мужики, с вами был ваш Кентуха. Всем хорошего настроения, хорошего дня, всем удачки. С вами лайкосик, подписочки. Всем пока-пока.